Совсем скоро на телеканале «Россия-1» состоится премьера сериала Васнецова с Анной Михалковой в главной роли. Это ремейк популярного французского детективного сериала «Кандис Ренуар». Майор полиции и многодетная мать Вероника Васнецова возвращается на службу после 10-летнего перерыва. Благодаря связям бывшего мужа, Вероника попадает в следственное управление Калининграда, где ей предстоит руководить группой по борьбе с особо тяжкими преступлениями. Несмотря на козни начальства, подозрительность коллег, проблемы с детьми и неприятности в личной жизни, но сломить и выбить Васнецову из колеи не так-то просто. Также в картине снялись Всеволод Болдин, Полина Кутепова, Виктор Васильев и другие. Премьера сериала «Васнецова» состоится уже осенью 2022 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.